Сахастат в этом году проведет выборочное наблюдение репродуктивных планов населения. Обследование охватит более 15 тысяч домохозяйств. Ответы на предлагаемые вопросы будут использованы для разработки новых мер поддержки семьи и детей, повышения рождаемости. Об этом сообщили на заседании коллегии ведомства, где подводили итоги работы за 2016 и обсудили задачи на год текущий. Одним из приоритетов в системе статистики остается реализация антикризисного плана правительства России и республики. Мы проводим мониторинг системообразующих организаций на ежемесячной основе, значит, за задолженностью по заработной плате. А также будет, значит, особое внимание уделено 13 нашим арктическим районам. Также их социально-экономическое положение. Проводится мониторинг на ежемесячной основе.